Козгурском районе представители Комитета по регулированию естественных монополий проинспектировали расход средств в ходе выполнения инвестиционной программы, запланированной на 2022-2023 годы. Ознакомились и с документами тарифной сметы. Сегодня в поселке Айнатас в рамках инвестпроекта обновляются насосы, обеспечивающие население питьевой водой. Наша главная задача – выяснить, как соблюдаются тарифы, утвержденные в рамках инвестиционной программы, проконтролировать расход средств, а также выявить степень изношенности сетей и провести работу по их замене с целью обеспечения населения качественной питьевой водой. Такая же модернизация ведется и в населенном пункте Майбулак. Там специалисты ознакомились с ходом работ по замене ЭЦВ-насоса, обеспечивающего водой поселок Казгурт. В Козгурском районе мы обеспечиваем водой 58 населенных пунктов. В некоторых аулах в летнее время случается нехватка воды, и мы вынуждены подавать ее по графику. Теперь в сентябре ситуация исправлена, и вода подается постоянно, 24 часа в сутки. Если по каким-то причинам отключается вода, мы об этом заранее предупреждаем потребителей. Все работы проводятся согласно утвержденному 5-летнему плану, говорят специалисты отрасли. В результате реконструкции улучшилось качество воды и уменьшилось аварийное состояние систем водоснабжения. Как обещают чиновники, в ближайшее время будут обновлены сети и в других населенных пунктах района. Даниар Худайбергенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».